Настя Первушина сегодня представляет свою работу под названием «Не сдавайся». Комикс она рисовала в усиленном режиме. Времени было очень мало. В течение 3 дней сразу же после школы Настя бралась за бумагу и карандаши и просиживала так до полуночи по 11 часов в день. Идея, что именно рисовать, пришла сразу же после прочтения книги по боевым искусствам. Книга мне подала просто идею боевые искусства, а все остальное я придумала сама. Мой комикс называется «Не сдавайся». Здесь рассказывается о девушке, которая не упустила свой шанс и выиграла. В этом году конкурс «Мир комиксов» проводится впервые. Участие в нем приняли более 30 человек. Студенты и школьники от 7 до 21 года. Самый старший конкурсант Андрей Сеченов, студент 3-го курса. Я нарисовал свой комикс про время, так как люди тратят его неизвестно куда и непонятно зачем. Организаторы конкурса – образовательный центр «Школа роста» и воскресная компьютерная школа Бийского технологического института – ставили перед собой одну главную задачу – заинтересовать детей, оторвать от компьютерных игр и помочь раскрыться таланту. В комиксах нужно уметь не только хорошо рисовать, но и быть хорошо знакомым с литературой. Как выяснилось, у нас очень много креативных, творческих детей и молодежи, и мы очень рады, что смогли дать им возможность реализовать свои способности. Это был финальный этап. Конкурсанты защитили свои работы. Теперь пришло время для раздумий жюри. И уже в конце недели победители будут награждены. И возможно, что теперь такой конкурс станет ежегодным. Татьяна Свинаренко, Андрей Огрызков. Новости ОТН.